У меня в гостях самый лучший шеф-повар Висбадена сегодня делает хлеб по корейскому рецепту. Сергей Владимирович Байдик. Он зажаривает на таиландском казане лучок. Это горячая будет сейчас? Я ее выключил? Не, она сейчас горячая будет, если будем ее горячей делать. Наверное, да? Есть что-нибудь, нужно наливать надо. А где бумагу я тебе приносил? Вон тряпка. Вот такая щука большая была. И пол тарелочки осталось. Да, мы все сделаем. Фертик. Хе получился обалденный просто. Словами не передать. Приходите пробовать.